Темиртау. Темиртау со стороны Кармета. Сегодня туман, и даже не видно, как ArcelorMittal дымит. Что, швейная фабрика, что ли, была? Чулочно-носочная. Вольво. Вольво. Так-то видно, он дымит. Родной завод. И там дымит. Работают. По Карагандинскому шоссе едем, по-моему. Не такой большой знаток Темиртау, то могу ошибиться, но это я знаю. Это проспект Мира. Частный сектор, и вот многоэтажные дома, и далее. Торговые центры, улица, по-моему, Калинина здесь, да? Если я не ошибаюсь. Вот недалеко от Карагандинского шоссе улица Фурманова есть. Улицу Калинина мы проехали. Старый райончик. Автобусы ходят. Пожарная часть. О, нашел. О, вот это ботанический сад. Или как там, зимний сад? Зимний сад. Красиво здесь. Но мы уже показывали это. Показывали в роликах, поэтому заезжать не будем. Опять я попал на улицу Калинина. Гостиницы, рестораны, детские садики. Это, я так понимаю, дорога к озеру идет, да? Сейчас проедем.
ближе туда, к озеру. Здесь уже такая более промышленная зона, наверное. Но по камышам видно, что озеро рядом. Какие-то дома страшненькие стоят. Я имею в виду вот этот дом. Как-то так. Ну вот что эти мерталовские картинки. Улица Коммунаров. О! О! Многоэтажные дома. Это уже мы где-то к центру приближаемся. И здесь воткнули СРР Канан. Ну а что с Майкудука возить от ТЭЦ свежий хлеб? Так же, как и в Караганду, в центр, так же и в Темиртау. Улица Блюхера. Ну, посмотри-ка, как интересно. Коммунаров, Блюхера, Фурманова, Калинина. Этнокультурное объединение ArcelorMittal. Интересно, что значит этнокультурное? Ну, понятно, что для чего, а что они делают, не знаю. Семейный лекарь, супермаркет, металлург. Будем знать. Так. А я что, еду, что ли? Не понял. Вообще, что-то выезд есть или нет? А, туда нету. Направо, наверное, можно. Сейчас что-нибудь натворю. Ладно, пока отключусь. Ай, какой красивый проспект. Какие красивые столбики стоят. Трамваи ходят. Вон трамвай идет. Вот такие трамвайчики ходят. Так, что сюда поворачивать? Сейчас туда проедем чуть дальше, потом будем разворачиваться в обратную сторону. Центр, туда налево, или там на левый берег. Это уже потом. То за один день все не получится. А, тут надо не забыть, пешеходов надо пропускать, которые идут через дорогу от трамвая. Что-то у них беда какая-то, там вон копают, здесь копают, дым идет, пар идет. А вот их знаменитые скульптуры, шахматист, у которого уже шахмат нету.
И велосипедист. Ну, Винокуров, наверное. С трамваем на перегонки. А вот здесь плавательный бассейн проехали. 50-метровый. В Караганде такого нет. А это суд Темиртауский. Стадион был направо, мы его тоже проскочили, там где шахматист сидел и велосипедист. Сейчас его подвернем. Это, по-моему, президентский музей. Такая здесь есть история. Металлурги стоят. Это вот сам музей первого президента, где его личные вещи и все другое хранится. Ух ты, какая там красивая советская история. Дворец культуры, что ли? Ну вот, объехали. Ага. Джигиты. Джигиты какие. Горит, наверное, всю ночью. Светится. Вот туда домишки такие, к озеру уже солидные. Типа дворянского гнезда. Арка. Ну, вот так же с этой стороны посмотрим. Ну и будем сейчас выворачивать налево. Ну, продолжаем свою экскурсию. Или сами знакомимся с проспектом Республики. Плавательный бассейн. Да, 50 бы метров в Караганде сделали. Ну, обещают. В ближайшие года два. А то 25 метров. И все, наш предел. В нашей-то степной зоне. Индустриальный университет. Ну, в ТУЗ. В ТУЗ, где, говорят, Назарбаев учился. О, это ледовый зимний дворец. Это дома хрущевской эпохи. Какие-то у них украшения тоже. Ну, уже такой новодел, пожалуй. А вот это уже строение 50-х, я так понимаю. Это вот то, что ближе к Армету строилось. Такие сталинские дома, наверное, их можно назвать.
Если мне не изменяет память, раньше где-то вот в одном из этих домов был магазин спортивный. В эпоху советского дефицита мне здесь купили велосипед «Орленок» белый. Специально в Темиртау поехал. Уж в Темиртау велосипеды были, в Караганде не было. О, вот так вот. Сейчас, конечно, не узнаю, что за магазин, какой магазин. Все здесь уже по-другому. Беневент, Sky, ну и так далее. Хотя дома красивые. Гостиница ArcelorMittal. Ну давайте проедем ArcelorMittal, посмотрим. Мимо Карагандинского шоссе. Понюхаем, чем пахнет кормет. Дымит все. Так, надо поставить фильтр. Тоже дышать машине нечем. Ну, откровенно говоря, конечно, неприятно. А если целый день здесь находиться? И вот это все тебе летит на голову. Да. Так, а это что здесь случилось? Чего-то кто-то как-то. Ну, разберутся, слава богу, без нас. Тимиртауский газмеханомонтаж. Самый главный дом мы здесь не видим. Издалека надо смотреть. На них издалека надо смотреть. И деревья как-то еще здесь растут. А вот где Балхашский, БГМК, там, по-моему, даже и деревья не растут. Я тоже рядом покатался как-то. Там вообще деревья без листьев стоят. Они домные такие вот. Не сильно дымят в этот раз. Но дым разного цвета. Не знаю чего. Какая технология, конечно. Ну вот так. Можно так сказать, поверхностную экскурсию провели. Сейчас будем выезжать на Карагандинскую трассу и домой в Караганду. Надо отдышаться. Ой, бля, муха, ух ты. Извиняюсь за выражение, немножечко поднесло меня. Дорога-то здесь не асфальтированная до конца, а льдом покрыта. Из колеи немножко выехал. Ну ладно. В связи с этим будем заканчивать свои съемки. Все, поехали в Караганду. Ладно, вот еще кусочек. Выезд из Темиртау. Орденоносец имени Ленина.
Мост делают, скоро будем, наверное, без этих светофоров выезжать. Но пока вот так, еще через светофор. Все, Алга, Караганда. Или вперед к Караганду. Караганда вперед или вперед к Караганду, да?